Неслихан Атагюль, которую журналисты заметили в одном из ресторанов Стамбула, сообщила о том, что к ним в гости приехали родственники из-за границы, и она работает гидом, показывая достопримечательности Стамбула и, разумеется, угощая кузенов деликатесами местной кухни. На вопрос, есть ли у нее новые проекты, актриса заявила, что пока она ждет подходящий сериал и ничего определенного в планах нет. Разумеется, журналисты не удержались и от вопроса по поводу предполагаемой беременности Неслихан. Молодая женщина, засмеявшись, ответила, что она уже боится таких вопросов. Все только и спрашивают, когда же она наконец забеременеет. Того и гляди, беременность наступит у самих журналистов.